Театр новых машин. Этот архив по немецкому оборудованию посвящен насосам, прессам и фрезерным машинам. Изображенные машины включают бумажные мельницы, шлифовальные машины для заточки и ветряные мельницы. Диаграммы могут показаться знакомыми, поскольку они были скопированы другими типографами технических руководств для следующего столетия. Архив состоит из 155 гравюр. В связи с тем, что архив очень уникален и достаточно объемен, было принято решение его разделить на 5 частей. Такое решение вызвано желанием показать гравюры подробней. Дата выпуска – 1662 год. Место – Кёльн. Часть 5.